Всем привет! Попался мне в руки тут такой вот переключатель. К сожалению, он вышел из строя. Точнее, я поменял переключатель, потому что он заклинил. И решил вот этот переключатель как-то отремонтировать. Не знаю, получится у меня или нет. Соответственно, как бы он заклинивший в одном положении. Вот в этом. В этом, соответственно, он не включен. Так, заклинил он в одном положении. Вот он даже не переключается. Сейчас я попробую его вскрыть и попробовать отремонтировать. Если бы он стоил копейки, я бы, наверное, просто выкинул бы, да и все. А так, тут как бы интересно, что же с ним произошло. И он стоит не так уж и мало, кстати. Потом куда-нибудь его поставлю. Ну что, погнали. Попробую вскрыть его и посмотреть, что же там внутри. Хотя, скорее всего, заводом-производителем эта функция отсутствует, как ремонт. Соответственно, если сломался, то выкинули, поставили другой. Но мы же русские люди. Мы все хотим отремонтировать и сэкономить. Ну все, погнали. Попробую сейчас его вскрыть. К сожалению, мне не удалось разобрать корпус. Теоретически, как бы он должен делиться по этой полосе. Но мне почему-то не удалось ничего сделать. Возможно, он запаян или заклеен. То есть, чтобы его разобрать, это, в принципе, можно просто сломать его пополам. Это мне не удалось сделать, но мне удалось кое-что сделать другое. Здесь внутри, не знаю, видно вам или нет, там как раз-таки есть вот эта лапка, которая переключается с одного контакта на другой. И я так понял, что она просто-напросто приварилась. Нагрузка была большая, через него проходила, через переключатель. На самом деле там дофига было ламп подключено. Драйвера, точнее, были подключены, светодиодные ленты, а у драйверов большие пусковые токи. И, соответственно, контакты приварились. Но когда я снял вот все это дело, мне удалось отверткой надавить так, что контакт разомкнулся. И вот переключатель стал переключаться. Сейчас я попробую собрать его в кучу и посмотрю, будет ли он работать. Ну все, собрал я его обратно до кучи. Все, как видите, он переключается. Хотел сказать, включается-выключается, но переключатель немножко работает по-другому. Переключатель переключается с одного контакта на другой. Вот тут есть схемка. Соответственно, L. Так вот покажу. L — это у нас фаза. А
первый контакт и второй контакт. Вот эти два контакта разных. Сейчас проверим. Вот в таком положении должно быть замкнуто на один из контактов. Так, вот замкнуты вот эти контакты. Сейчас переключу. Да, переключился на этот контакт. Так что вот так вот можно отремонтировать переключатель. Это переключатель фирмы Unica Schneider. Они достаточно качественные. Но так как я тут были большие токи, как я раньше об этом говорил, то контакты залипли. Вот такая вот фигня произошла. Надеюсь, мое видео было полезно для вас. Все, всем счастливо, пока!